Сегодня 12 марта 2019 года. Я Романов Филипп Дмитриевич, астроном-любитель, самостоятельно открывший 54 переменные звезды и 10 кандидатов планетарной туманности. Я являюсь автором собственной научной статьи, опубликованной 5 сентября 2018 года в научном журнале об открытии мной исследования одной из переменных звезд. Я нахожусь в поселке Южно-Морской Приморского края, на своей малой родине. Лишившись возможности безопасного и беспрепятственного проживания в своем единственном жилье, в комнате номер 2, коммунальной квартире номер 210, по адресу улица Кошкина, дом 19, корпус 1, город Москва, и лишившись возможности беспрепятственно продать данное мое единственное жилье. В данной моей комнате остались все мои личные вещи, все мое астрономическое оборудование, мои телескопы. Я с 23 января 2017 года вынужденно скитаюсь. И я прошу неравнодушных людей помочь мне продать мою данную комнату, чтобы взамен я смог купить себе иное жилье, безопасное для проживания и для занятий наукой астрономии, которым я мог бы совершать новое астрономическое открытие, заниматься наблюдательной астрономией и подготовиться к поступлению на обучение в университет, на астронома.